Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Валерон Скиер. И сегодня мы находимся в Крылатском, на Крылатских холмах. Здесь самая, наверное, известная горка в Москве. Сейчас уже конец сезона. Хотел бы с вами поделиться немножко опытом катания на лыжах. И сегодня я вам расскажу про лыжи, на которых откатал этот сезон. Это лыжи от бренда Majesty, модель Vandal 3.0. Как я уже говорил в прошлых видео, эту лыжу я взял для фанового катания в Москве на 10 сантиметров ниже роста. То есть у меня рост 179, лыжа 169. Что в ней прикольного? Эта лыжа цельнодеревянная. Деревянный — это не какой-то там прикол, понт или еще что-то, а это хорошее виброгашение. Лыжа очень себя приятно ведет, держит на склонах. У этой лыжи радиус метров 17, очень хорошо карвет, true twin tip, то есть у этой лыжи нос и хвост одинаковые по ширине, и в то же время они очень хорошо карвят. Также у них есть кембер, то есть у них небольшая контактная длина, и два рокера, передний рокер и задний. Рокер очень классный, вот как раз в это время, здесь вокруг уже тепло, весна, слэш, так называемый, да, то есть когда у вас уже кондиция снега, такая каша, вот, и этот рокер помогает лыже всплыть, то есть если на лыжах с узкой талией у вас лыжа проваливается, и из-за того, что рокера нет, мысок резко загнут, и она как бы толкает снег, да, упирается в него, то лыжа с рокером постоянно просится на всплытие и хорошо очень едет по такому склону, как бы кашистому. Вот. Также, соответственно, хорошо на таких лыжах съезжать с трассы по пухляку, по разбитому снегу кататься. Вот. Из-за того, что контактная длина маленькая, лыжа очень маневренная, то есть вы без особых усилий можете ее развернуть и оттормозиться, да? Делать какие-то маневры в лесу. Такую лыжу вообще рекомендую брать в рост, она будет как All Mountain, под любой снег, под любые погодные условия. Также, чем мне понравилась лыжа, она очень легкая, прикольно прыгать с трамплинов с дуги. Ростовку я взял себе поменьше, чтобы джибить на перилах. Соответственно, на перилах кататься вообще кайф. Можно делать переходы 360. Вот, особо не напрягаясь закручивать лыжи. Вот. Также на маленьких трамплинах круто делать трюки. То есть у вас достаточно легко идет вращение. Опять же, маленький вес лыж. Вот. Так что советую всем, кто катается на узких, переходить на более широкие. Это универсал с 92-й талией, с двумя рокерами и полной контактной длиной. То есть, когда лыжи закантовываете, у вас широкая часть здесь, соответственно, касается склона, и на хвосте то же самое. Вот, поэтому лыжа очень прикольная. Состояние склона, как видите, вообще просто каша. Собственно, наверное, все, что я хотел рассказать. Еще скользяк здесь хороший из-за Speed 7200. Лыжа достаточно быстрая, приятная развесовка. Вот. Советую всем такую лыжу, на самом деле.
Она в новом сезоне в желтом цвете. У нас в магазине Skinet ее можно сейчас приобрести со скидкой. У нас остались ростовки, сейчас вспомню, 175, 181 закончилось, остались 165, 169, 175. И, соответственно, по коду Valeron Skier вы можете получить дополнительную скидку на любые лыжи в магазине skinet.ru. Поэтому, если что, добро пожаловать, приходите. Ну и, конечно же, встретимся на склонах. Пишите в комментариях пожелания, отзывы, что хотелось бы еще услышать. Всем пока!